Из каких краев будешь? Из Руси, из Великого Новгорода, сын посадничий Василий Буслаев. Русич, одной веры мы с тобой, одного бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет. Спроси, что привело их сюда. Что же привело тебя в наши края? В каменоломнях твоих принимают муку русичи. Взяли их в полон обманом и силою. Привезли и продали тебя в рабство. Среди них есть, я знаю, князь Глеб Полоцкий. Нет людей, которые все знают. Как нет людей, которые ничего не знают. Ты ошибаешься, Витязь. В моих каменоломнях нет никаких... никаких русичей. Одна ложь портит тысячу истин. Родился ли на земле? Согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу? Земли чужой нам не надобно. Но и своей никому не отдадим. Пусть ведают все. Всегда будет так. Во веки веков. Пока светит солнце.